Всем здравствуйте! С вами Сергей Гуд, это программа канала Viking Life. И сегодня немножечко поговорим просто о необычном. Сегодня 4 января 2020 год. Я нахожусь в Крымском лесу, недалеко от Севастополя. И тут для меня чудо. Рассказали о том, что в январе месяце можно собирать грибы. Честно говоря, я не верил. И мы с Орсиком просто пошли погулять. Вот этот Орсик. Мы нашли лесок. Сегодня я видел столько людей в лесу, что я поверил, что да, наверное, они все-таки не просто так ходят, гуляют по лесу, собирают грибы. Я подошел к одной даме и спросил, а что за грибы вы собираете? Он говорит, мышата. А что с ними можно делать? И жарят их, и маринуют, и едят. И это все в январе месяце. Я решил попытать счастье. Честно говорю, не верил. Но как можно в январе собирать грибы? Оказывается, можно. И вот я вам сейчас покажу, что грибы есть. Мы просто берем, разгребаем мех. Вот мои листья здесь, опилочки. И вот они. Вот они, грибочки. Вот это грибы Орс мешает. Вот они, под хвоей находятся грибочки. Видите? О чудо! В январе месяце можно найти грибов. Арсению тоже интересно. Орс, подожди, подожди. Эй! Мы приготовили небольшой мешочек. Что-то мы уже нашли. Вот так вот. Такие грибочки можно найти поблизости от Севастополя. Я принесу домой, покажу своим. Может, что-нибудь они приготовят. Вот такой вот Новый год. Все, еще раз с Новым годом, ребята. Крымский лес. 5 минут ходьбы. И мы случайно в одном месте накопали грибов с Арсением. Я, честно говоря, немножечко побаиваюсь эти грибочки. Вот они. Вот таких вот грибочков с Арсением мы накопали вот целый пакет. Маленькие, большие. Называют их вроде как мышата. Да, Орс. Орса охраняют. Там кто-то по лесу ходит. Да? Ну вот такой вот пакетик. Случайно, значит, гуляя по лесу. Вот мы его набрали. Что-то вечером с картошечкой или как там еще мы их приготовим. По мне они чем-то похожи на сыроежки. Но они довольно-таки твердые, рыженькие. Показывали мне еще серых каких-то там мышат, я не знаю. Но вот, тем не менее, погуляв по лесу немножко, вот такой мешочек мы набрали. Да? Хорошая прогулка. Все, счастливо, всем спасибо. Охота на грибы продолжается. Нашел интересное местечко. Вот это вот грибы были. Кто-то их раздавил. Так вот это вот гриб. Он называется мышата. Серенький такой. С перепоночкой. Да, Арсений? Вот это вот мышата. Вот они. Вот такие мышата растут. Их жарить можно. Вот в одном месте. То есть, конечно, надо глазам привыкнуть к этим грибам. А вот эти грибы, которые мы раньше нашли, их называют горчаки. Их нужно вымачивать 3 дня. Но они съедобные. Наверное, как горкуши у нас в Прибалтике. Ну, охота на грибы продолжается.